Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон» – крупнейшего автомобильного ателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий, и сегодня речь пойдет о премиальном внедорожнике Mercedes GLS. Ну, о том, насколько он премиален снаружи, судить, конечно, будет владелец и статус бренда, который годами, десятилетиями, уже дальше больше 100 лет накапливал вот эту репутацию. Однако, касательно интерьеров автомобилей, как мы уже много-много раз говорили в своих роликах, посвященных перетяжке автомобилей Mercedes, и в частности GLS. Вот здесь, кстати, есть плейлист по ним, если вдруг вы еще не видели, там несколько десятков уже работ нами выполненных. Так вот, в интерьере, конечно, Mercedes дал слабину. Натуральная кожа с очень грубым, я бы даже сказал, нарочито грубым рисунком, конечно, выглядит просто отвратительно. И в машине за много-много миллионов она не смотрится абсолютно, от слова совсем. Стандартным комплектом перетяжки в подобном случае является перетяжка трех рядов сидений, дверных вставок, дверных подлокотников, нижней панели торпеды и центрального тоннеля. При этом штатный дизайн сидений чаще всего меняется, ведь он тоже не отличается какой-то эстетикой и декоративной привлекательностью. Ну а центральная часть сидений здесь, как вы видите, уже выглядит гораздо симпатичнее. А все потому, что мы имитировали дизайн Mercedes G-класса 63-го кузова. Здесь за счет изменения рисунка сидений, фигурной перфорации, вот отстрочки этими расплетающимися ромбами, а также добавление оригинальных шильдиков на верхнюю часть спинки, мы добились эффекта, при котором машина выглядит, конечно, гораздо более статусно. Применяли для этих целей в данном случае натуральную кожу Напа, хотя многие владельцы этих автомобилей не гнушаются использовать эко-кожу Напа. Материал даже более долговечный и практичный, чем натуральная кожа, при этом более доступный и, конечно, очень приятный в уходе, в обслуживании, да и тактильно неотличимый от натуральной кожи. При этом вся работа по подобным автомобилям в среднем у нас занимает 5 рабочих дней, часто не ограничивается только перетяжкой, почти во всех случаях делаем шумоизоляцию. Бывает, что перешиваем еще верх торпеды, верх дверей, меняем ленты ремней безопасности, боковой пластик на сиденьях, потолки перешиваем, рули, подушки руля, меняем анатомию руля или вообще вовсе сам руль меняем на АМГшный, переделываем штатное дерево, либо лакируя его, либо закрывая его карбоном, добавляем мультимедийные возможности вроде андроида и решаем множество других задач, ну, например, улучшаем качество звучания штатной музыкальной системы путем замены компонентов на дорогие немецкие и реализуем, конечно, различные охранные возможности, как сейчас принято говорить, авторские охранные комплексы, которые позволяют, ну, не париться о том, где ты оставил свой автомобиль, по крайней мере, на какое-то время. В общем, различные возможности, с которыми мы можем вас познакомить, вы, наверное, найдете, если подпишетесь на наш канал, кликните на колокольчик, чтобы следить за выходом новых серий в автоматическом режиме. А если вам нравится качество исполнения, дизайн и наше видение салона автомобиля Mercedes, то не стесняйтесь лайкнуть это видео, оставить нам пару комментариев, нам действительно будет это очень приятно, а для вас это наверняка будет совсем не затруднительно. Ну и не забывайте про то, что у нас есть отдельный набор аккаунтов в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и, конечно, в ТикТоке, где мы демонстрируем процесс исполнения подобных крутых, интереснейших проектов и, конечно, воплощаем их буквально на ваших глазах, а позже они появляются уже на нашем канале на YouTube. Там не только развлекательный контент, но и много информационного, так что переходите, подписывайтесь, следите за нами, и я надеюсь, мы в какой-то момент времени с вами тоже поработаем над вашим автомобилем. И если вы уже готовы с нами связаться, то внизу в описании найдете и телефон, и ссылку для перехода в WhatsApp. Наш менеджер с радостью вас проконсультирует, и, возможно, в скором времени на этом канале будет красоваться и ваш автомобиль, исполненный профессионалами компании «Купи салон». А я желаю вам удачи, будьте здоровы и до скорой встречи. Пока!